Що ж, ще раз кажу вам доброго ранку. Переді мною вже є з'їзд. Дозвольте, я вас з ним познакомлю. Віктор Жевнер, організатор концерту, який відбудеться вже 15 серпня. Не буду вам казати, що за концерт. Давайте запитаємо у його організатора. Будь ласка, вам слово. Але я хочу сказати, що ви мали бути не один. Ще мали до нас завітати до ранкового ефіру учасники цього концерту, але зайнятість не дозволила це зробити. Тому будемо спілкуватися з вами. Будь ласка, вам слово. Доброго ранку. Доброго ранку. Концерт, посвященный памяти Цоя. Наша молодежь так как бы собрались и решили сделать концерт и исполнить кавера памяти Цоя, его песни все. Потому что многое, молодежь, поколение целое, на этих песнях выросли. И в понедельник, 19:00 на Нижнем Баме мы договорились с площадкой Нижнего Бама сделаем этот концерт памяти Цоя. Это будет понедельник, а во вторник, среду там будет проходить такой рок-марафон. Там могут принимать участие многие молодежные рок-группы могут принимать участие. Просто так. Для отдыха. Але все ж таки цей марафон буде пов'язаний якось з концертом пам'яті, тому що Віктор Цой, він же був рок-виконавцем, так? Да, воно буде пов'язано, как бы, в понедельник кавера на пісні Цоя, а вторник, среда, там, хто вже, які свої пісні желають исполнити, другі кавера, які желають исполнити. Це для того, щоб культурно молодежь могла отдохнути, и как бы повеселиться. Вы организатором, такой идейный организатор этого проекта? Я как бы рок-хата-организатор и площадка, дискотека Нижнего Бама организатор. Там. Хозяин Олег, мы вот так посовещались с ним и решили провести такой молодежный, чтобы это в культурном плане все было. Почему Виктор Цой? Вот я знаю, что это все-таки, да, день его памяти, 15 августа, но все-таки. Вот вы хотите, чтобы наша молодежь больше знала о той музыке, которая была тогда, да? Ну, и чтобы молодежь больше знала, это одна сторона. Вторая сторона, что многие музыканты как бы любят его песни и хотят просто вспомнить это все. Ведь это... Они были, некоторые были еще детьми, ну, выросли на этих песнях, это транслировалось по телевидению, по радио. И, естественно, все помнят эти, какая-то ностальгия поэтому идет. Кто будет участвовать в этом концерте? Какие наши николаевские группы? Наши николаевские группы, там многие будут участвовать, но это будет группа «Гараж на развилке». Которые должны были прийти к нам в гости, должны, да, были прийти. Будет группа «Вести» участвовать, еще там другие ребята в одиночку, кто выйдет там, споет. Это такой незапланированный, свободный концерт. С 15 августа мы разобрались, теперь по поводу марафона. Еще раз уточним, там будут все рок-песни звучать, да, на этом марафоне. Какая его длительность будет? Ну, там где-то в 19 начинает, и по закону, чтобы не мешать жителям города, до 22 часов. Я поняла. Это длительность. А песни разные будут звучать, кавера. Какие кому нравятся. Ну, да, вкусов очень много, да? Здесь? Да, вкусов много очень. Сколько людей, сколько вкусов. Вот у меня к вам вопрос все-таки по поводу вкусов нашей молодежи, музыки в нашем городе. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Как? Очень какие много пристрастия? Молодежи вкусов. Это рок-н-ролльное направление. Хард-рок, рок-н-ролл, блюз, ну, металл, ну, металла меньше такое направление, а в основном рок-н-ролл, блюз, хард-рок. Это очень хорошая идея, я думаю, проводить такого рода марафоны, концерты, вот потому что мы перед эфиром говорили с вами, что очень много есть музыкантов хороших, которых мы не слышим, да? Вот, да. Вот это правда. Как вы думаете, почему так происходит? Никто не занимается этим. Я занялся рок-хата, как бы объединять рок-музыкантов, но не всегда получается. Где выступить, с площадками выступить, с аппаратурой,
для этого как бы средства надо. Спонсором, как обычно, не бывает на это дело. Мы сами своими силами все организовываем. Я поняла. Ну, вот раз уж мы говорили... На энтузиазме. Ну, знаете, самые лучшие дела, они происходят на энтузиазме всегда. Это уже доказано. О вкусах мы говорили нашей молодежи. Давайте о вашем вкусе. Какая у вас любимая группа, может быть, или музыка, или музыкант? Я вообще люблю рок. Музыку. Ну, а любимая группа, это как пошло со школьной скамьи еще, Битлз. Битлз. Хороший у вас вкус. Спасибо вам большое, что проанонсировали. Хорошее дело. То есть можете приходить смотреть 15 августа, да, концерт памяти Виктора Цоя. И вечером же марафон. Марафон, где можно расслабиться, послушать хорошую музыку. Все это благодаря организаторам, в частности, Виктор Живнер, который был у нас сегодня в гостях и рассказал нам. Спасибо вам большое. Удачи вам, чтобы спасибо концерты вам, прошли что вы хорошо. Показываете. Да, а мы будем наслаждаться хорошей музыкой.